больше. И снова звонок из тех, что участились в последнее время. Говорите! Мистер Джеймсон, я хочу извиниться. Мне казалось, вы паникер. Но что стало с нашим городом? Я боюсь выходить на улицу. Как и должно быть. Я принимаю ваши извинения. Я понимаю, вас одурачили модные разговорчики о том, что все вокруг вас чудесно, волноваться нечем, живите в свое удовольствие, не задавайте вопросов. Я был единственным голосом разума. Но сегодня все больше людей начинают, как вы, понимать, где правда. Итак, друзья мои, мы вернем себе наш город. Джеймсон прав. Ты тут геройствуешь, а нам потом приходится за тобой подчищать. Что это вы на меня взъелись? Фиска отпустят. Сомневаюсь. У нас против него железобетонные улики. Их больше нет. Грузовик с вещдоками перехватили. Что было на этих жестких дисках, мы уже не узнаем. Он так просто не отделается. Я верну эти диски. Ладно, думай, думай. Все вещдоки снабжены идентификационными чипами. Если я найду эти чипы, найду и жесткие диски. Надо спешить. Я, конечно, смеюсь над Джеймсоном, но то, что он про меня говорит, некоторые принимают на веру. Люди Фиска украли жесткие диски у полиции, а... Камера сбилась у нас, камера. Всем привет, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Odyssey. Виноват почему-то я! Ладно, главное сейчас, чтобы Фиску это все не сошло с рук. Вовремя. Судя по всему, их еще не разломали. Ну что, отберем у Вилли билет на свободу? Техники скоро будут. Смотрите в оба. Если профукаем винты, мы точно покойники. Если они думают, что босса уйдет... Я что-то все знаю. Выключаем. В чем дело? Пушечек испугал. Эй! Кто здесь? Кому-то сегодня не повезло. Я не вижу его. И все? В очереди за новым смартфоном и то злее дерутся. Диски не повреждены. Отлично. Осталось вернуть их в участок в адской кухне.
Вот бы увидеть рожу Вилли, когда он об этом узнает. Небось, поперхнется тюремным винишком. Диск никуда не денется. Я принес жесткие диски. Секундочку. А как это ты, интересно, узнал, где их искать? Может, вы с главарем и правда заодно? Вы серьезно? Зачем тогда мне их возвращать? Думаете, мне больше заняться нечем? О-о. Ракеты! Прячьтесь! Эй, вам не кажется, что это перебор? Они бросили против нас все силы! И все ради дисков? А про облако вы не слышали? Разделаться со мной! Заткнись навсегда! Экономят бензин, по крайней мере, Фиск заботится об экологии. Кто-то из людей Фиска пробился наверх. Говори, где винты. Иди к черту. Это ты зря. Эй, слушай, кто здесь? Наверное, ты меня прости, я насчет тебя ошибался, а Джеймсон пусть катится к черту. Премного благодарен. Один вопрос. Это правда, что ты из другого мира? Ага, Куинс называется. До встречи.
Думаю, теперь все под контролем. Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Даже бедняги, живущие в канализации, уже слышали о безумной погоне с участием полиции, демонов и Человека-паука. И снова Человек-паук сделал сложную ситуацию невыносимой. И у нас на линии мыслящий слушатель, согласный со мной. Вы в эфире с Джеймсоном и Джеймсоном. Да, мистер Джеймсон. Я спешил на работу, а меня чуть не переехали. Да, Человек-паук спас жертву похищения. Рад за него. Но меня могли убить. Вы не одиноки. В этом и проблема с этим маньяком в маске. Полиция может перекрыть улицы, проколоть преступникам шины специальными устройствами. Потому что они команда. А Человек-паук — это одиночка, которого заботит только одно — Человек-паук. А вы чуть не поплатились за это. Своей жизнью. Эта станция анализирует грозы и служит предохранителем для остальных. Они все подвержены ударам молнии, которые могут стереть данные из них. Так что в случае опасности они автоматически отправляют все на сервер. Просто убедись, что она работает. Кажется, надвигается буря. А автоматическая передача не работает. Нет времени программировать. Надо связать передатчики станции вручную. А потом забраться на здание Оскорб и настроить приемники. Первый передатчик у меня над головой. Так, мои линзы подсветят передатчики красным. Есть. Теперь добавим звенья в цепочку. Здесь становится страшновато. Готово. Черт. Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит.
датчик у меня над головой. Так, мои линзы подсветят передатчики красным. Есть. Теперь добавим звенья в цепочку. Здесь становится страшновато. Приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит. Еще один. Не время праздновать. Заряд костюма пока справляется, но много ударов я не вынесу. Природа прекрасна, пока не пытается меня убить. Этот настроен. С научной точки зрения мне все понятно, но все равно есть ощущение, что Вселенная хочет меня убить. Весь город — большая электромухобойка.
Начинает получаться. Полюбуюсь видом позже. Забраться на башню Аскорб. Надо повернуть их от спутников по направлению друг к другу. Паук сплел сеть данных. Все научные данные перенаправлены в Аскорб. Работа Гарри спасена, а я наконец-то спрячусь под крышей. Конечно, для разнообразия пригодится. Вышла моя новая статья. Аскорб сообщает, что научные станции Гарри дают полезные сведения, и они их профинансируют. Ты шутишь? Это прекрасно! Быстрее бы рассказать Гарри. Он не отвечает на мои звонки, странно. Я знаю, как для него это важно. Его мама бы им гордилась. Все это было для нее. Ты тоже немного помог, Тигр. Ты хороший друг. Как и ты, Эмджей. И Гарри точно знает об этом. Жду не дождусь статью.
маньяк, ответственный за взрывы в ратуше, наконец-то за решеткой. И неожиданно им оказался филантроп Мартин Ли. И я хочу обсудить, что за безумный мозг Джекила и Хайда нужно иметь, чтобы вести такую двойную жизнь. Но сперва одерну всех, кто сейчас радуется его аресту. Да, это хорошо, что он в тюрьме. Но подумайте о том, чего мы не знаем. Как долго его подозревали, ничего нам не сообщая. Как долго у него в руках... Здрасте! Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О! Так круто! Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово, я... Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Впечатляет. А, но есть маленькая ошибка. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Посмотрим, вышло ли. Серьезнее, чем я думал. Надеюсь, получилось. Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить?
уже. Плохо дело. Доктор? Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. Лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить... Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Питер. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так... Как у вас там с МДЖ? Ну, она... Это там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней?
Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Ах. Питер? Вот она бы. Оставьте со... Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Надо спешить. Прыгай. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. Зря не пристегнулся. Разберись с ними, быстрее. Займусь. Сильно не хватало плана. Черт, они вскрыли оружейку. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это! Принести гранатометы в тюрьму! Ответьте! Это сержант Хэнсон! Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой! Крыша возле корпуса Т. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло?
Начался ток, а потом начался ад. Держитесь, мы идем к вам. За этой дверью. Они уже здесь. Заберите меня отсюда. Они идут. Где все наши? На меня тут напали. Я пока что займусь электричеством. Да, уже иду. Конечно же, может. Внимание, персонал! Нарушение режима в блоке А! Уходите отсюда, парни! Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись!
Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Я выпущу тебя, Паул! Жутковато. Отключение. Я вам на дорогу. Сюрприз? О чем это он? Что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Ах!
не совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за электро. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Надо его остановить. Тебе меня не остановить! Но твои попытки мне сдать! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повеселились! Прости, нет времени! Камера наблюдения снова работает. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. А, на секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед!
Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также выключи разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр агенты Соболя! Вот кого я как раз не хотел видеть. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базу по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. Не волнуйся. Я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок.
Чего вы жалуетесь? Я вообще уж... Все костяшки я вашу броню отбил. Я забыл паспорт. Может, пару ударов сойдет за удостоверение? Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. Это ни к чему. В данный момент ты самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других районах. Но здесь все тихо и спокойно. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. Ополчился и Соболь. Как будто без них проблем мало было. Среди чумы. Эй, если вам так нужны друзья, затусим вместе. Осторожно! Октавиус? Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Да, вот это меня и беспокоит. Признайте, вы там держитесь. Вы ведь пошли на эту работу только ради реактивных ранцев! Жаль, что эти беглецы не придумали на свободе ничего лучше. Начали бы вязать или играть в шашки. Люблю шашки. Всем постам. Беглецы устроили беспорядки на угнанных машинах. Происшествие на севере Чайнатауна. Пора на вы!
Может им открыть тюремные курсы вождения? Вы ведь понимаете? Приходит сведение, что у Мартина Ли, помимо этих... Юрий, я заметил банду беглецов с острова Райкера. Они тут, похоже, плотно засели. Я пошлю отряд. Но со всем этим сумасшествием не знаю, когда мои люди туда доберутся. Не хочу гадать, чем эти парни планируют тут заниматься. Я разберусь. Баиньки. Не обижать! Спать будете в две смены! Ты решил умереть? Я помогу тебе с этим! Пока уйдете, а потом зайдете еще раз. Смейте его кто-нибудь на землю! Человек-паук. Похоже, сбежавшие заключенные все еще держатся только своих тюремных приятелей. Это объясняет, почему они не объединились в одну общую большую банду. Они друг другу не верят. Это нам на пользу. Маленькими группами их проще выводить из строя и задерживать. Легко тебе говорить. Мне пора. Сюда! Помогите мне!
Вот тебе подарочек! Берегись! Подкрепление! Скольким же людям не терпится вернуться за решетку? Вмещает! Это тебе с рук не сойдет! Присылаю уборщиков. И скажи местным, что магазин снова открыт. Хорошая работа. Нашему городу не идет быть похожим на огромный тюремный двор.
никаких. А прожекторы для привлечения... Беглые заключенные нападают на склады продовольствия. Происшествие на севере Чайнатауна. Заболевшие не выживут без этой еды. Что, блоки? Я правильно понимаю? Я снова невидимка. Лас. Можете теперь запугивать детишек рассказами о том, как вам досталось. Городу нужны эти припасы. Рад, что я успел. Всем подразделениям, нам сообщают о стрельбе из нескольких машин. У нас вызов в нижнем ист-сайде, прием. Вы напились? Или просто тупые? Ты сейчас увидишь, как мы посылаем сюда, генерал. Смысл?
вам и доказательство, что им рано на свободу. Нельзя дать этим заключенным убить кого-нибудь. Товар! А, я знаю! Вы сидели за поджог! Там шустрый, не упустите! Бросаю гребенку! Нечестно! Нападаете на меня, чтобы сойти за невменяемых, что ли? Как тебе это на вкус? Агенты Соболя, какова установка в верхнем Чайнатауне? Наблюдательный пункт развернут. Цель не обнаружена. Вечеринка на крыше в мою честь? Даже с прожекторами? Внимание! Внимание! Меня опять никто не видит. Не храпи. У нас потери! В атаку! Подбегаем! Снова невидимка. Класс. У тебя таймер. Кажется, я оторвался.
секторе есть другие группы? Интересно, Соболь платит хозяевам домов за аренду крыш? Иногда мухи лучше слетаются на других мух. Я тронут вашей заботой о друзьях. Я прослежу, чтобы вас посадили в один блок. Мы туда не вернемся. Отстань или умрешь. Эй, мучо! Помогите мне! Эти агенты оказываются там, где от них меньше всего пользы. Нам теперь нужен фургон побольше. Контроль на связи. Доложите обстановку в Тайвиценте. Бронепатруль. Приоритетная цель не обнаружена. Это лестно. Но скажите Серебряному Соболю, мы просто друзья. Оружие на предохранителе. Ха-ха-ха!
Попробуй с тем, кто может дать сдачи. Вечеринка на крыше в мою честь? Даже с прожекторами? Я думаю, ошеломительной атакой можно сбить броню. Зря я надеюсь, что Соболь теперь займутся охотой на преступников, а не на меня. Ага, зря.
Если остановлю преступников, Соболь будет в меня стрелять. А если остановлю Соболь, преступники могут уйти. Хоть бы разок, простой выбор. Ладно, теперь пора за беглецами. Человек-паук, пригоньте его! Город стал чуть спокойнее. Я молодец. Пора вздремнуть. Юрий, я наткнулся на беглецов с острова. Они построили крепость, и она намного прочнее тех, что я строил из подушек. Я уже выслала отряд, но преступников оказалось слишком много, а мы сейчас не можем выслать подкрепление. Тебе повезло, у тебя есть паук-крепление. Неплохо, да? Надо будет вставить в рекламу. Вот что бывает, когда у вас... Подкрепление. Ну да, я могу и без сна обойтись. Ты решил умереть? Я помогу тебе с этим. Дергайся!
еще один отряд. Знаете, как-то мне неловко, что я тут один не в оранжевом. Человек-паук, жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так и понял. Хотят захватить квартал. На улицах без заложников. Нам с ними будет проще справиться. Я разберусь. До связи. Лучше сметь босса вниз. Я назад не пойду. Берегись! Граната! Как я его, а? Пока идет выступление, вход запрещен. И как нам с ним драться? Ну вы совсем поздно. Придется взять ваш штраф за неявку. Осада замка Манхэттен завершена, миледи. Спасибо. Я вышлю автобусы, чтобы этих парней вернули домой. И больше никогда не называй меня миледи. Вы поссорите и не нас всех кровожадных наемников! Проследуйте в парк Сити! Надо убрать тех снайперов!
всегда знал, что мне повезет. Там кто-то есть? Готов. Надо быть осторожнее. Это был какой-то идиотский вестерн. Стражи закона под свистом пуль и одинокий паук. В лучах заката. Слушайте, я видел ваш сайт, и там нигде не написано «Специалисты по усугублению кризисов». Агенты Соболя много себе позволяют. Попробуй с тем, кто может дать сдачи. Навсегда выгнать Соболь из Нью-Йорка. Держи.
постам, нужно пресечь беспорядки. Происшествие у церкви Троицы. Эти заключенные так спалят весь квартал. Парни, остров Райкера так скучает по вам! Пощады! Вот его не достать! В тюрьму. Разве я могу отказать? Тех, кому нравится поджигать здания. Задержали участников незаконного митинга. Ожидаем указаний.
Ведущий под арестом. Что творится с городом? Юре нужна моя помощь. Надо добраться до точки и позвонить ей. Эти ракетные ранцы просто шикарны! Всем постам! 10.43. Полицейский фургон в опасности. Проследуйте в парк Сити. Разве так нужно вести себя в случае ДТП? Теперь, кстати, у меня появилась пара шуток про бекон. А, неважно. Yeah.
митингующие под арестом. Что творится с городом? Придется защищаться. Ах, не так жаль. Но теперь он на свободе и готовится к третьему. Карма сволочь, правда? Подтвердят, что вы им нравитесь. Но вообще-то, это не так. Копы никогда меня не любили. Но я не готов. Всю жизнь мечтал, чтобы по мне пострелял Соболь. Да! Нам надо разобраться в отношениях! Захват заложников. Внимание, нужно подкрепление во Флетайроне. Что? Нет! Нет!
Эй, если вам так нужны друзья, затусим вместе. Ну, шустрый! Люди готовы на все, чтобы уехать. Если бы эти беглецы были поумнее, я бы волновался. Да, есть немного. Thank you.
Контроль, доложите обстановку к северу от Хаустон. Контроль, мы засекли беглецов. Преследуем их. А это ужасно, что я на секунду решил дать Соболю и беглецам перестрелять друг друга. Ну да, ужасно. Лучше остановлю их. Еще агенты. Я смотрю на мои паутинки, огромный спрос. В пользу хороших парней. И доказательство, что им рано на свободу. Ракетные ранцы. Выглядит опасно. Эй, парни! Вы выглядите опасно! Бегают по городу, пейзажи летают, а парни с реактивными ранцами гонятся за мной? Остальные проблемы мы уже решили! Пускай
тебя не напугал? У нас тревога! Не так уж ты умен! Тебе будет... Не держи меня! Сколько развелось преступников? Пора завести. Клона. Участников незаконного митинга. Приступаем к арестам и допросам. В моем городе жители на дороге не валяются. Как-то это не похоже на охрану города! Сохраняйте дух протеста, но чрезвычайное положение лучше переждать. Агенты Вафлы Тайрони, доложите ситуацию. Принято. Это БТР Бакстрот. Паук не обнаружен. Патруль, огонь на поражение. Вот здесь! Что за... Вот здесь! Простите, куда идет этот автобус? Вакансии не пропускайте!
случилось, народ. Волчата вернулись домой волками. И под волчатами я подразумеваю безумцев, сбежавших с острова Райкер. А домой они вернулись к вам. И благодаря Человеку-пауку, который притягивает психов в город, как пламя мотыльков, их все это время держали прямо у берега Манхэттена. Жаль, что никто никогда не заявлял, что это плохая идея. Погодите. Я заявлял. Да хоть сейчас услышьте меня. Заприте дверь. Вооружитесь, чем сможете. Сейчас каждый мужчина, женщина или ребенок сами по себе. А учитывая сведения о том, что проект «Дыхание дьявола» снова был украден, признать, что все может стать только хуже. Контроль, как дела на Union Square? Блокпост действует, разрешает раскрывать огонь на поражение. Честно отрабатывает. Thank you.
Эй, снимайте его! А где мои подкрепления? Проблем от Соболя все больше. Это она разрешила аресты горожан? Или Нор... Мана.